Нехитрый лесной обед. Вот что значит, лучше ездить в лес, чем бродить по Смоленску. Зашли в центр. Вот это козий катанский сыр. Очень дорого. 130 грамм. Он стоит 375 рублей. А это сыр воронежский, красный, с томатом. А зато козий сыр с плесенью. Они всегда дорогие. Пришла компания, маленький ребенок, отдали 2 яичка ему. А это у нас подосиновики сушеные. Вот и все. Вот такой нехитрый лесной обед у нас.